Оксана выходит на 117. И смотрите, какие четкие выступления у Оксаны Сливенко. 110, 115 и 117. Вот так и должно быть у чемпионки Европы 2009 года, так должно быть у чемпионки мира, у серебряного призера Олимпийских игр. Оксана давно и блестяще выступает. И сегодня вот первая половина также блестяще пройдена Оксаной Сливенко здесь, по мосте в Минске. Победителем рывки стала Оксана Сливенко. С этим 117 килограммов выигрывает рывок. Она номер один. Следом за ней Мелин Далузян. С этим 115 килограммов. Ну и Шемшат Туляева из Белоруссии. На третьем месте также 115. Очень острый спор будет Сливенко и Далузян во втором движении. Не думаю, что Туляева доберется до этих высот. Но вот Туляева, Артемова, Рут Касари и Татьяна Матвеева, вот эта четверка будет отчаянно бороться за одну единственную бронзовую медаль, которая им может быть доступна. Посмотрите, Туляева 115, Юлия Артемова...